Главная ярмарка новогодних подарков прошла в центре дизайна Art Place с 3 по 4 декабря. В ассортименте шоу-маркета «Дуняша» фигурное мыло и свечи ручной работы, необыкновенные украшения и лакомства на любой вкус. Здесь можно встретить и популярные в последнее время красные нити на запястье. У нас серебряные украшения со смыслом, и каждая серебряная деталь для браслета имеет свой смысл, свой посыл, свою философию. Например, браслет «Обниму», он как бы обнимает ниточку, напоминает нам, чтобы мы почаще обнимались, потому что объятия вливают жизнь. Здесь посетители могли стать настоящими кондитерами или художниками, а заодно приготовить подарок ручной работы на занимательном мастер-классе по росписи ароматных имбирных пряников. Здесь очень круто, можно купить подарки своим родным, купить подарки на Новый год. Приходишь в место, в окно, в котором ты можешь сразу закупиться и не мучиться, не думать, что купить своим родным. У тебя появляется новогоднее настроение, если его нет. Такие вещи надо покупать чаще. Hear clearly every word spoke to their lovely happiness overflowing, knowing somebody loves me. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Гости маркета «Дуняша» зарядились праздничными положительными эмоциями и нашли идеальные подарки, изготовленные в единственном экземпляре. Живая музыка и тематические декорации приблизили атмосферу волшебства и включили режим ожидания чуда.